Более 2000 жителей и гостей Петропавловска пришли на празднование широкой масленицы в центре города. Людей встречали ростовые куклы, русские красавицы в национальных костюмах, скоморохи и другие неизменные персонажи любимого праздника. Творческие коллективы Камчатского края представили театрализованную программу «Весну встречаем, зиму провожаем». Для детей работали игротека и театр «Петрушки». В рамках праздника для всех желающих были развернуты тематические площадки «Играй гармонь», а также масленичный оберег, где городские рукодельницы давали мастер-классы по изготовлению тряпичных и вязаных кукол. Долгожданным аттракционом в этот день традиционно стал масленичный столб. Поучаствовать в нем заявились 39 смельчаков. Однако добраться до вершины удалось только 10 самым ловким и подготовленным. Они же и стали обладателями ценных призов от спонсоров. Главным организатором праздника выступило Управление культуры, спорта и молодежной политики. Добавим, что всех, кто пришел на праздник, угощали баранками, бубликами, вкусной кашей, горячим чаем и, конечно же, ароматными блинами.